Я поставила ряд вопросов, во сколько поступил звонок о факте ДТП. Мне дали информацию, но опять-таки, как говорят, что это описка, и просят ее устранить, что факта ДТП с моим сыном, в общем, поступил в МВД по скорой от фельдшера Улановского, который принял звонок, в документах написано в 19:24, в 19:34. На самом деле, как это не так, мой сын в это время был жив и находился на работе, смею предполагать, что все-таки это действительно описка, и, скорее всего, в 20:34, ой, в 20:24. Но дело в том, что мой сын был обнаружен в 20:39, это подтверждается детализацией. В 20:30 кто-то совершал звонки с его телефона, может, не звонки пользовался. Исходя из распечатки, когда позвонили мне с телефона сына, на место аварии я прибыла через 9 минут. Да, 9 минут, как связалась с мальчиком, который позвонил. И полицейские уже были там. А в последний раз на приеме, когда мы были с матерью начальника ОВД Мостовского района, нам просто сказали: не занимайте наше время, не отнимайте время у сотрудников и у людей, которые стоят за дверью, потому что вы все фантазируете. Ваш сын не мог разговаривать, потому что у него была трубочка в носу. То есть они это путают с назальным, ну, зонд, который кормит его. И он стоял у него всего лишь последние 3 дня. И так все время он был в памяти.